Завтра у Миколаєві відкривається 14-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». І я думаю, що наші гості прийшли для того, щоб запросити усіх миколаївців до цієї події. Отже, до нашої студії завітали заступник директора Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького Любов Варюхіна і Наталя Морко, завідувач відділу обслуговування користувачів. Доброго вам ранку. Доброго. Отже, у нас на носі така велика подія, яка буває раз на рік, але ми її чекаємо з нетерпінням, і вона залишає великий слід, як комета. І ще потім ми продовжимо обговорювати і нові книги, і письменників, які брали участь у заходах, і ще продовжимо проводити зустрічі. Отже, обсуждати книги. Обговорювати книги. Прошу. С большим удовольствием, да, хотим пригласить, как всегда, по традиции, в апреле, одно из самых ярких весенних культурных событий нашего города, выставка местных издательств «Николаевская книга». Это действительно праздник «Николаевской книги», приурочен к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля. И в этом году выставка уже 14-я по счету, есть уже добрые традиции. И эти традиции подтверждают, что выставка есть и ей быть дальше, потому что живет Николаевская краеведческая книга. Давайте пригадаем историю этой выставки разом и дізнаємося ее у сюжете у нас тут. Миколаївська книга – це перший у регіоні масштабний захід 2003 року, що ілюструє досягнення місцевих видавництв. Ініціатором організації та проведення цього дійства виступає Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. За відносно короткий період форум Миколаївського книговидання перетворився на щорічний захід та свято місцевої книги. Для городян та гостей міста свої кращі книжкові новинки щорічно представляють від 14 до 19 миколаївських видавництв. З них декілька вузівських видавничих центрів та журнали. Серед постійних учасників цього заходу можна побачити видавництва «Атол», «Ірини Гудим», «Дизайн та поліграфія», «Іліон», «Можливості Кимерії», «Наваль», «Шамрай», «Яслав». Протягом існування виставки впроваджено цікаві формати популяризації літератури, зокрема проведення тематичних днів – Дня мецената, Дня історико-краєзнавчої книги, Дня видавництва, Дня творців книги, Дня лауреатів літературної премії. В основу виставки організатори ставлять інтерактивне спілкування з авторами та читачами за допомогою новітніх технологій. Під час виставки проходять численні презентації авторів та видань з використанням таких форм роботи, як творчі вечори, авторські читання, автограф-сесії, стендові покази, зустрічі поколінь, експрес-огляди готових до видань книг. Отож, любителі книг, запрошуємо вас протягом 3-4 днів відвідати чаруючий світ літератури, в якому кожен книгоман знайде щось нове та цікаве для себе. Отже, що очікує відвідувачів виставки у цьому році? Ну, во-первых, в этом году выставка у нас начинается 20 апреля, завтра в 14 часов. Мы приглашаем всех желающих на открытие выставки, и продлится она до 28 апреля. 8 дней длится выставка в этом году, и все дни насыщены очень интересными, яркими мероприятиями. По традиции выставка – это не только просмотр и знакомство с книгами, которые изданы нашими николаевскими издательствами, а в этом году у нас 17 издательских центров наших высших учебных заведений представляют свою книжную продукцию. Ну и, конечно же, очень много литературных, творческих встреч, автограф-сессий, исторических встреч. И в день открытия 20 числа у нас еще будет помимо открытия самого. Да, хочу проанонсировать первую встречу выставки издательств, которая состоится уже завтра, 20 апреля в 15:30. И это будет презентация поэтического сборника «Альвийские агоны». Я сейчас, видите, держу афишу, стилизированно так подготовленную к этой встрече.
Чему посвящена эта книга? Как вы знаете, Николаев принимал на своей площадке несколько лет подряд, а именно в 2011, 2012, 2013 году фестиваль поэзии «Ватерлиния». Как правило, это фестиваль не однодневный был, он был несколько дней. Кстати, Центральная городская библиотека Кропивницкого была одной из постоянных площадок этого фестиваля. А венчался он, скажем так, поэтической кульминацией была встреча в усадьбе художников Бахтовых на Львийской земле, где мэтры поэзии, а также молодые начинающие поэты устраивали своего рода поэтические турниры. Вот эти, скажем так, материалы и стихи, которые звучали на этих поэтических встречах, они вошли в сборник «Альвийские агоны», который посвящен, вот, скажем, одному из первых поэтов Николаевской земли, Анахарсису. Это был царевич, скифский царевич, ну, скажем так, древней нашей Николаевской земли. И редактором этой книги был и является Алексей Валентинович Торхов, николаевский поэт, хорошо известный, и он также возглавляет Николаевскую организацию Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины». Ведущий встречи тоже известный поэт, наш любимец Владимир Юрьевич Пучков. Член общественного совета библиотеки. Да, да. Ну и я продолжу. Второй день у нас тематический. По традиции очень пользуется большим спросом историко-краеведческая книга. И мы обязательно на каждой ежегодной выставке один из дней делаем тематическим посвященным книгам, связанным с новыми разведками, с новыми разысканиями в истории нашего города. Начнется он с необычного мероприятия. У нас еще не было таких. Поскольку наша книга проходит при поддержке и облгосадминистрации Николаевского горсовета, то 21 числа в 11 часов по улице Потемкинская, 48, бывший магазин «Кемерея», будет открыта торжественно мемориальная доска в честь нашего известного николаевца, известного книгоиздателя Валерия Анатольевича Карнауха. То, что сделал Валерий Анатольевич для нашего николаевского книгоиздания, наверное, мы будем еще оценивать и осознавать много лет. Он одним из первых обратил внимание и начал уделять внимание книгам, посвященным истории нашего города. Издание художественной литературы в его издательстве «Возможности Кемерии» дало, наверное, толчок и развитию литературного процесса наверняка. И вот такое торжественное открытие мемориальной доски на здании бывшего магазина «Кемерия», Потемкинская, 48, в 11 часов 21 числа в четверг. Ну и еще два мероприятия историко-краеведческого плана в этот день состоятся в Центральной библиотеке Кропивницкого. В этот же день, да? Да, в этот же день. Очень насыщенный день. Потом еще озвучим, и там будут и другие мероприятия. В 15 часов в библиотеке Кропивницкого состоится еще одно необычное мероприятие. Вечер, акция в поддержку издания книг, которые были подготовлены при жизни Юрия Семеновича Крючкова, наш известный николаевец, доктор технических наук, профессор, автор наибольшего количества книг, написанных и посвященных истории нашего города, и не только истории. Под названием «Вечер» эти книги мечтал издать летописец города Николаева. К слову сказать, сегодня 19 число, полгода как нет с нами Юрия Семеновича Крючкова, тем не менее есть инициативная группа творческой интеллигенции, издателей, тех, кто понимает важность и значимость книг, которые успел подготовить Юрий Семенович к изданию. Речь пойдет конкретно о двух книгах. Одна из них издана в издательстве «Навали», директор Лев Траспов, другая в издательстве «Талисман», директор Василий Турубара. Именно речь пойдет о необычной акции, будет объявлена акция подписки на эти издания. Это в 15 часов в библиотеке Кропивницкого. Ну и еще одно мероприятие, тоже посвященное историко-краеведческой книге, которое наверняка заинтересует всю общественность, пройдет в 17 часов. Будет называться оно «Николаев на начало 20 века».
Это краеведческие студии наших известных краеведов, любителей истории, историков. Татьяна Николаевна Губская, Юрий Йосифович Любаров, Владислав Анатольевич Пархоменко. Ну все. Губская и Пархоменко, мы знаем, вот недавно презентовалась книга «Честью и кровью венчанные Николаю Первая мировая». Юрий Любаров стал инициатором перевода букинистической книги, редчайшей книги «Николаев фортпост, последний фортпост немецких войск на Черном море». Вот эти книги уже прозвучали, презентовались, но тем не менее идет бурное обсуждение. Можно ли менять все одна из планы на вечер? Да, да, так, да. Потому что такие... Наверняка это будет очень увлекательный герои, вечер. Герои, такие ведущие, да. Такие цікавые. Поэтому мы приглашаем 21 числа в 5 часов встреча. Так. З Губської, Пархоменка, Любарова. Якщо ми будемо розповідати зараз про всі заходи, то ми будемо з вами, мабуть, до вечора сидіти. Я знаю, що ми домовилися, що будемо щодня анонсувати заходи на наступний день. Да. Тож, ближче до заходів ми їх проанонсуємо. А у нас ще не так багато часу залишається, щоб поговорити взагалі про виставку, які арт-майдані... Тримка повинна бути, так? Різні, ну, майданчики. Все це можна також розказати. З большим удовольствием. Хочу обратить ваше внимание, да, на арт-сопровождение. Это тоже традиционная составная часть нашей выставки. Так, ни одна книжная цікаве. Выставка не приходила без выставки картин, фотографий. А в этот раз у нас нашим партнером является детская художественная школа Кручинина Евгения Ивановна, директор школы, наше учреждение, коллеги учреждения культуры. И у нас в библиотеке Кропивницкая будет представлена выставка учащихся этой школы в технике батик. Яркие, сочные краски картин, они очень хорошо ассоциируются с весной, с рассветом природы. Приходите, вы не пожалеете, это очень красиво. И у нас еще будет выставка преподавателя детской художественной школы Елены Маркитан, это известный мастер. Елена Маркитан представит на одной из встреч, а конкретно в воскресенье 24 числа в 12 часов свои куклы. У нас будет встреча с самобытным поэтом Геннадием Борисовым. Именно красиво. В круге кукол Елены Маркитан. Вот такое у нас интересное сопровождение. Ну и, конечно же, будут книжные выставки, документальные выставки, посвященные нашей Николаевской книге. Да, наверное, надо также дополнить то, что у нас несколько лет подряд при Центральной городской библиотеке Кропивницкого существует, скажем, аматорский библиотечный литературный музей. И мы в этом году тоже арт-сопровождением будет, можно назвать, документальные выставки, которые будут представлены в этом музее. Как раз они будут посвящены материалам жизни и творчества писателей, литераторов, юбиляров этого года. И в частности будет развернута интересная выставка, посвящена творчеству Валерия Петровича Бойченко. 75-летие которого мы отмечаем в этом году. Вот. И одной из встреч, которая будет завершать, в частности, Николаевскую книгу, будет вечер памяти этого великого, не побоюсь сказать, николаевца, очень много сделавшего для популяризации, скажем, украинского слова, украинской литературы. Его переводы с английского языка не были первыми на нашей земле, скажем так, и славится до сих пор. И, скажем так, именно этому человеку наша библиотека обязана присвоением имени Маркала Кипяча Кропивницкого. Ініціював своє время цього движення. Ну що ж, кінолюбів, після кінолюбів, господі, після цієї виставки кінолюби стануть кіноманами, правда? Книгоманами, да. Книгоманами, правда. Вже заговорююся на другій годині ефіру, але нічого. Книжка допоможе побачити світ на власні очі, побувати там, де тільки мрієш, і дізнатися те, чого ніколи не знав. І ось завдяки миколаївським видавництвам можемо помилуватися новими виданнями миколаївських авторів. Так? Да. І ось сказати, побачити їх і потримати в руках на виставці «Миколаївська книга». І хочу сказати, що не тільки на площадці бібліотеки Кропивницька проходять зустрічі. В цьому році у нас ще три бібліотеки-учасниці. Встречі будуть проходити в обласній бібліотеці для дітей імені Лягіна, в дитячій центральній бібліотеці імені Шури Кубера і Віті Хоменка, в научно-педагогічній бібліотеці і в дитячому городку «Сказка». Дитячий городок «Сказка» вже не перший рік також є партнером в
в субботу, 23 числа, именно в день книги и авторского права, в 12 часов в детском городке «Сказка» состоится буккроссинг-фест. Мы приглашаем всех николаевцев посетить. И дорослых, и маленьких. И взрослых. Там да, будут организованы тематические интересные площадки, на которые посвящено творчество известнейших мировых авторов. Это Сервантесу, это Шекспиру, Ивану Франко, юбилейная дата, которая отмечается в этом году. И помощь, скажем, поддержку в организации интересного театрализованного действия нам окажут николаевские разные организации. В частности, хотелось бы отметить клуб исторической реконструкции «Грифон», который рыцарское ристалище, оно как раз отразит период Средневековья, который был представлен в творчестве вот дозначенных авторов. Ну и Черноморский государственный университет имени Петра Могилы также выступает в этом мероприятии. Талантливые студенты этого университета, они не первый раз помогают нам в организации тех или иных действий. Я вам дякую, приємного продовження дня.